Всех приветствую. Мы сегодня выехали покопать в лес. Нашли местечко интересное. Дымовые ямы, может быть, трудные. Но смысла очень мало сигналов. И первая находка не по теме, но интересная. Смотрите, в позолоте. Пуговица 40. Это каких времен? Надо помыть, получше посмотреть. Звенело, кстати, черниной и цветниной. Вот. Если кто знает, что за пуговица, расскажите. А мы пока будем ходить и искать. Лес красивый, зеленый. Красота, комаров еще нет. В общем, ходить одно удовольствие, несмотря даже на траву. Короче, ребят, первые результаты. Смотрите. Наикрасивейшая кресала. Судя по вот этому обломочку, а это у нас шипастый перстачок был на 14-15 век, серебряный, низкопробное серебро. Не фокусируется нормально, неудобно держу. Но по факту, в общем-то, мы на верном пути. Исходить с него нельзя. Будем искать. Короче, переехали мы, приехали к пацанам. Они тут без нас уже нарыли нормально. Что там? Из последнего. Да, из последнего. Покажи там, что у тебя еще есть. Такой вот дирхем. О, вообще огонь. И плюс три еще. Серая, у тебя сколько? Три. Покажешь? Я бы не стал. Полянка сыра. Ты уже показал. Ага. Так, так не рассмотришь. Вот это залипуха была, да? Угу. Вот это отдельно. Она, кстати, чернуха, это хорошо стирается. А эти вот слипшиеся были. Вот два. Пока так. Тут еще трава мешает, походу. Что, походу, еще один, да? А я не вижу. А, вот он торчит, кстати, да. Сейчас покажу. Вот он. Пятнаречек, да? Ну, похоже, яме помой. Да упал. У тебя, вот, блин, бердюк. Яме помой. О, нормально, кругленький. Кругленький, да. Вон, помой. Да ладно, его так видно, что. А помоешь, когда рельеф не видно. Ну, такой надо определять все. Да по ладышу, дебеки, наверное, опять, да, какие-то, ну, такие. Да, как в этом... А, пятнашки, ну, не буду, да, говорить, где. Иди сюда. Вот. Все, сейчас иду, там еще зовут. Давай, давай. Иду. Онлайн. Трансляция. Опа, он. Это у нас... Половинка. Да, поломанный. Ага, подломанный, блин, жалко. Да. Да, но ломанный. Подломанный. Походу, кошелечек, наверное, здесь, да? Ну, наверное. На дворчик была. Такие дела. А косигма. А я еще дел с толком все равно, наверное, не понимаю. Не успеваю, короче, я буду снимать, да. Бегаю как конь. Сейчас. Чуть такое. Чё ты? Это не оно, Илюх. А что это? Хрен, может, пул? Ну, похоже. Или фальшак был. Похоже на фальшак. Он весь его просто разъел, что ли. Что-то такое. Ну я ладно. Просто не тер. Главное, не падай духом. Да я не против. Догоняйте на здоровье. Короче, еще одна находка в яме лежит. Вот он. Ну, чеканов тут не ждать, я так понимаю. Вот баран был на той стороне. Ну, на той, да. А вот в этом комплекте. Ну, вряд ли. Навряд ли, да. Но зато будет. Смотри, большой. Да. Кругленький. Поглубже, поглубже, да.
Ну еще один в копилочку. Такой красавчик. Поздравляю с находкой. Целый, да? Угу. Давай, свиндос, блин. Свин этот тут мозга крутит один, который постоянно во всех видео говно метает. Вот такой. Сегодня он вообще... О, там еще я... Да он красивый прям вообще. Да? Покажи. Да, ну такой прям рельефный. Да. Смотри. Хорош. Ох ты пес, бля. Ну-ка переверни. Что там с коробочкой? На, держи. Прибавляется? Ничего себе, прибавляется. Я хожу тут, снимаю. Все. Чужая, вот, ну, блядь, ну, его здесь. Стену, не ругайся, блядь, матом, ну-ка. О, дай, я дай мыть сюда. Буду. Да дай, что ты там мыть будешь? Аккуратно только он такой. Федор. Да? Федор. Да. Кулихов, Великое княжество Рязанское, барашек попался. Вот это... Хорошая. Хорошая монетка. Монет. Это уже интереснее. Вот такой красавчик. Блять, в чужой яме. Не ругайся матом. А, простите. Ага. Дорогие зрители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Два на них не хватит. Спасибо. Короче, у меня находка. Не баран, конечно. Еще и поврежден. Кусочка не хватает. Ну, сам факт. Короче, здесь распашечка. 30 сантиметров от барана, как будешь попасть? Че, у тебя сигнал рядом? Не, фантом прям рядом. А, такие дела. Да у меня... Только что вот из этой ямы у меня еще один выскочил. Вот такой красавец. Ну, пятнорёвый, понятно, но... Приятно, уже давным-давно так не было, да? Чтобы столько. Может, центрак где лежит, Сереж? Ну, где-то должен быть. Чуть притоптали траву машины. Сигналы появились. Ну, он же, да? Здесь все сюда. Не могу пока. Ну, похож очень. Не, ну, чистый цветной, чистый цветной сигнал. Сигнал, да. Перчатки опять модные какие, где-то такие. Не, старые, вон, драные. А таких теперь, как раньше, мы покупали, да, что я не вижу. Не найдешь, я объездил все на свете. Что за хуйня? Что где-то за такие? Копки. Угу. Вот он лежит, ага. В дерне прям нахуй. Угу. Не баран ли? Твое. Нет. Или в коллекцию уходит. Вот такой вот дерхемчик выскочил. А дерн, пощупайте этот бор, я ж не пойму. Сейчас. Копать даже не надо. Сейчас верь. Очередная находка у Сережи. Оба. Еще один. Ну, говорю, все они в основном лысые, да? Рельефных-то мало. Подражаний тут вряд ли надо ждать. Ну, да. Нифига тут у него. Нормально. Одна звенеть не может. А две звенят не так. Короче, ребят, в грязище приходится ковыряться. Такие перчатки все, с водой все. Вот у меня очередной. Вот он. О, красивый. Красивый? Да. Вот такой. Дирхем. Красота. Я только что выкопал. Я не успел порадоваться.
Тут находочки покруче, оказывается, есть. Ну-ка. О, баранчик. А у меня Деркевич. Давно их не было. Вот так. Две сразу? Нет, ну один вот я сейчас выкопал, один Серега. Вот. У Сереги баранчик, а у меня дирхемчик. Красотень. К ребятушкам туда его пускай. Какой тебе, вот этот? Нет, это не надо. Точно все? Да. Ну хоть что-то тоже, давай. Короче, находочки лезут. О, я уже вижу, смотрите, как лежит. Красивый, ровный, смотри, походу такой. Оп. Ну, дирхем, ничего, не баран, это, конечно, ничего. Дирхем. Иду, иду. Хороший. Хороший, иду к Жене. Давай, давай, а я вижу, сейчас, стой. Сначала сниму, как он. Конечно, я есть. Не стал вытаскивать. Вот он лежит. Давай, давай. У меня там тоже сигнал, кстати. Сегодня штук сколько? 20 уже, наверное, да? Обычный. Больше, наверное. Дай-ка. Ну, приятный. Да. Хорош. Отлично. Тут 20? Мои поздравления. Спасибо. Ну, на всех ты имеешь в виду? Да. Наверное, да. Смотрите, вот этот парень сегодня всех общелкал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятка один остался. Ну, баран тут уже за пять. Просто вообще смотри, да. Он огромный какой. Да, ну все. Ребят, не спрашивайте, почему снимаю руки, там как пишут мне. Просто места не хочется палить. У меня еще один. Пулат или шудибек, что-то такое. Да. Такая вот монета. Иду к Сереже, у него находка. Ну-ка. О. А, ну это поздний. Я думал, что да, поздний серьга. Серебро, штамповка. Я думал, такая средневековая. Прям в один момент. Вот моя капуха. Баран, слышь? Да, обломанный. Я другую сторону смотрел. Э, баран еще. Подломанный. Смотри. Угу. Это не мой. Офигеть. Че? Сейчас пойду, дойду до него. Еще есть. Отдай, это что ты прижулишь. Смотри, твой автопортрет полбарана. О, блядь, жалко-то как. Не ругайся, мат. Не я, Серега. Где у тебя там? А, вижу, вот он. Торчит. Стой. Не придет? Ну, сейчас, о. Ага, давай, доставай. Ты думаешь, я тебя обманул? Нет. Ну, обычный. Ну да, просто дирхемчик. Ну все равно, переверни-ка. Нашечки. Огонь. Ходим дальше. Давай. Короче, Сережа в лужу копает. Говорит, хороший сигнал. Хорош. Вынул? Ну, вот он. Есть? Вон не. Ну сейчас, подожди. Давай. Самый вот это херовый в чичи копать. Ну, когда дерхем попадается. Да это да. Вот он. Вот тебе и чича. Чича-мачича. Вот тебе и чича. Хан жижа. Ханжижа. Опять пулат или шадибек этот. Вот так. Вот такая фигня. Продолжаем. Да. Копнул муравейник. Четкий сигнал. Оба-на. Вот он. Один еще дирхемчик. Вот так. У Сереги сигнал.
Сейчас. Прям рядом получается, да? Вот между ними. А, между ними. У меня вот тоже лысый. Ну что, у тебя есть сомнения, что он? Бля, а что это? Что это, накладка, что это какая, смотри. Не понял вообще, что это такое. Кусок мощный, бля. Это не он. Не он? Выкинул все. Выкинул? Вот. А, нашел. Ну, он должен быть, вон. Вон. Вон, вот он, да. Стой. Прикинь, блин, грязюка. О, помятый, как, блин, хотел сказать, ну чекан, что ли, помятый чуть. Такой вот красавец. Кайсток, Жень. Блядь, не считает, что ли? Еще у меня один, вот он выскочил. Ничего, а он там, блядь, 5 штук, ебать, нет. Не ругайся. Вот такой вот. Короче, потихоньку, помаленьку, уже более 20 точно, 30, наверное, есть. Вот предыдущая ямка, вот еще одна в метре. И вот он еще один. Вот такие вот результаты. И то тут очень коряво ходить, буераки, непонятно что. Но, однако, монеты выскакивают. Ходим потихонечку в лесочке, повдоль лесочка. И вот буквально несколько минут еще один. Ну, все опять же лысенькие, пятнарёвые, но... Покажи, что ты нашел. Ага. Один, что я задарил, а один, который ты нашел. Вот этот. Ага. Вот, человек впервые нашел дирхем. Какие ощущения будут? Просто, вообще неописаемое. Неописуемое, да. Неописуемое, да. Круто, конечно. Ну, стоит только начать. Как будто вот так. Снова. Здорово. У Жени. Хорошей глубины. Да, с хорошей. Вот он лежит, вот он. Дай-ка папка своей счастливой рукой протрет. Стер все буквы. Два, походу. Что-то толсто как-то. Два, ёпта, Мирон, залипуха. А я не вижу, а руками чувствую такой. Так, чувствую. Теперь моя рука будет. Твоя рука уже не владыка. Печатка осталась от него. Да, два, короче, залипуха. Вот так. Кто там Мирон-то, а? Еще, ну-ка дайте. Ну смотри, значит, там. Три еще там есть. Ну-ка, стой, блин, вы замотали. Смотри. Прекращаю съемку. А, три даже. Первый, второй, да, три. И третий. Вот это вообще может быть сюрприз внутри. Киндер-сюрприз. Что там, Сережа? Ну-ка. Он тоже был в залипухе. Вот видишь, черный. Да, значит, он рядом где-то. Вот они. Вот от залипухи, да. Да, и вот тут был залипушник. Короче, нормально. Прибавляется. Угу. Сейчас. Блин. Пятнарик. О, хороший, да. Крестик. Пятнарёвый килевидный, да. Крестик. Килёк пятнарёвый. Первый крестик сегодня. А там что-то? Давай сюда. А? Да что, ну обычный, давай. Пятнар, что вы там, ничего такого сверхъестественного. Не, ну прикольно. Понятно, ну прикольно. Давай показывай у меня. Попробуйте. Нет, это не так. На, дайте, я отойду, я же снимаю. 50-62. Угу. Ты не в цифре. Пошла коллекция. Вот у Сереги, вот человек начинающий. Первый раз копаю. Первый раз ты копаешь? Ну, так, а, так, да. Так, да, да, посмотреть. Раньше баловался. Представляете, просто. Какие эмоции. Ну, третий раз за всю жизнь. Да, у человека. Третий раз за всю жизнь. А прибор, что, Аська, да? Аська 400-й. Вот так вот, 400-я Аська нашла уже два дирхема. А вот АК Сигнум пробку-то АПИН нашла. Вот и думай, какой прибор покупать.